Итак, друзья, всем привет! Сегодня 10 декабря 2021 года. Ну что ж, сейчас утро, где-то время 9 час утра на улице. Еще как бы так не рассвело, темновато, но я уже еду на пасек. Надо было затопить печку и продолжить работу. Сборка будет у нас опять сегодня магазинов, нуклеусов, какие-то заготовки, может быть, на рамки попилим, либо что, не знаю. Ну, на улице сегодня минус 9 с утра. Прохладно. Ну, вчера было потепление опять у нас, где-то минус 3. Днем было. Вот так вот. Утро в деревне. Опилки после ресмуса у нас много, вот так вот их набрасываем. Куда их? Вот много опилок в огород перетаскал, на растопку вот так вот. Это от досок обрезь, все тоже уйдет в печку. Тут обрезки, это нуклеуса под рамочки выпиливал, куда-то тоже складировать некуда. Вся-то обрезь, все уходит на растопку. Вот такая обрезь осталась от досок. Тоже все туда. Вот так вот с утра затопляем печку. В течение дня здесь тепло работать. Сейчас прикрою, разгорится. Ну а здесь у нас вот такая вот ситуация в этом помещении. Вот такой вот творческий бардак. Это у нас готовые магазины. Миша вчера собрал все с ручками, все полностью. Это заготовки у нас на нуклеусы. Будем тоже их собирать. Сегодня, может быть, начнем, а может нет. Посмотрим. Ну, а тут у нас еще собирать нам магазины. Ну что ж, буду приступать, что-то делать, работать. Печка пока что, она еще со вчерашнего теплая. Ну, здесь тепло в помещении, я не знаю. Ну, так здесь вообще жилое помещение, как говорится. 19 градусов, нормально. Работать можно. Ну, а вот это уже готовая продукция у нас, магазины. Вчера мы начали собирать. Вернее, Миша собирал это все. Я занимался своими нуклеусами. На улице там пропилы различные делал. Ну что ж, ребята, между делом сейчас я тут, пока Миша не приехал, сегодня сам собираю магазины. Он, наверное, будет после обеда. Ну что ж, вот я беру две длинные доски, вот так вот сразу саморезы вкручиваю. Ставлю в оправку,
сюда также следующую доску. И еще, ребята, смотрю, как вот кто-то, может, не знает. Вот видите, структура дерева вот так вот, полукруг вот такой идет, структура дерева. Вот это вот наружная сторона, вот это вот. Так что саморезы будут ставиться с этой стороны. Ну, это везде так рекомендуют, по книгам. Две малые доски. Все тут у меня вырезал под плечики рамок. Опять ставлю в кондуктор примитивный. Ну, удобно то, что вот плоскость ровная, когда доски ровно находятся, вот эти вот магазинные. И, естественно, тут немножко подравниваю и скрепляю, чтобы не вертолетом получался магазин. Ну и, естественно, 90 градусов, чтобы углы были. Это все соответствует. Все вот так вот равняю. Ровно, ровно, нигде не выпирает. И дальше. Все, все ровно. Ну и следующий угол также прихватим. Ну, естественно, у меня брусочек вот этот верхний. Он 47. Все, вот видите. С этой стороны небольшой такой зазорчик, чуть-чуть, чтобы рамочка все равно ходила чуть-чуть, а то потом и прополис, и воск будет, чтобы не было особых проблем. Все, но мы сразу, ребята, подгоняли вот эти все доски до миллиметра, как бы измеряли, чтобы у нас и зазорчик по миллиметру как бы был, и доски резали, пилили на отрезном станке, чтобы все вровень. И это так, в общем, я прикинул. Ну, все совпадает. Главное вот углы ровные делать с обеих сторон. Если доски правильно все отпиленные, так что ничего тут никуда не уводит. Размеры все соответствуют. Далее что? Надо ту сторону сейчас скрепить. Переворачиваю. Все. Если тут все ровно сделал с этой стороны, тоже вот зазорчик по миллиметрику с двух сторон. Ну, сразу же и ручки делаем. Ручки вот они. Неоднократно показывал. Брусок-то был на 25, это на 11, что на рамке мы пилили. Только немножко с одной стороны как бы фазочку снял наклоном, чтобы так пальчиками нам брать. Просверлил пару отверстий. Вот такие шурупики у меня были небольшие. В дело все уйдет. И вот этот вот еще одна ручка, как лекала, чтобы эту ручку нам прикрепить. Прикрутить, чтобы она не выше, не ниже была. Как бы. Ну, ориентировочно вот так вот делаем. Все. Отлично. Так отбраться. Ну, также вторую сторону. Все, магазин готов, потом мы будем все красить, пока что мы собираем. Включен компьютер, интернет, смотрю, эфир вчерашний Сергея Джелко, позитивный канал. Добрый вечер
Всем привет! Хочется побывать на таких приятных пасеках. Ну, Сергею, привет от меня. Вчера, конечно, не получилось посмотреть его стрим в прямом эфире. Ну, смотрю уже после того, как все записано. Ну, сейчас, ребята, я приехал на обед. Ну, на обед у меня фаршированный красный перец с мяском. Салат из капусты свежей. Сало копченое. Черный хлеб с изюмом. И белый хлеб. Ну, далее у меня здесь шарлотка. Домашние яблоки использовались. Ну, яблоки и домашние мы храним в замороженном виде, так как яблоки не сохранить. Компот был сваренный из своих же тоже ягод. Вишня, смородина и яблоки сушеные были у нас. Все домашнее. Вот так вот у нас калина еще сохранилась. Пока что птицы ее не склевали. Ну, ягода. Вкусно. Кисленькая. Все, руки не доходят, чтобы собирать ее. Ну ладно, не обсобираю. Птицы обычно ближе к весне, они все тут. Все ягоды склевывают. Ну вот так вот выглядит сейчас тачок. Снега нынче вообще как бы... Был снег, уже в улей закопался там. Пришла оттепель, все подтаяло. Тут даже вот у этих ульев снег, наверное, вот до магазина вот так вот был. Забрасывал я. Вранье. Не знаю, вот зимует пентхауса. Что там подбор-то есть, нет у нас на дне. Вот в этом улье я по второму подбора как-то больше я видел. Интересно, вот пчела как бы более такая активная в этих ульях. Ну, тепло, видимо. Так, для интереса глянем тут. Как-то получится, не получится. Ну, посмотрим. Вот таким образом, видите, как клуб находится. Ну, я считаю, пчелы, они поднялись все кверху, так как дно сетка. Ну, вот влага, вот капельки, вот тут в стороне видим капельки. Тут в углу чуть-чуть. Ну, пчеловоды, кто так зимует, уже говорят, ничего страшного, все нормально. Вот эта вся влага, она уходит туда, в днище, наружу. Для меня это первая зимовка в таких ульях. Будем наблюдать. Ну, холодные, скажем так. Нет такого, чтобы какой-то расплод погнали. Ну, пусть зимует. Будем дальше наблюдать. Пленку поднимать, ребята, не буду, чтобы не тревожить пчел. Я чисто так посмотреть приподнял. Но мощь клуба, сами видите, какая. Пчелы тут занимают все рамочки. Это вот заставная рамка. Это последняя рамка. Тут уже пчела тоже есть. Ну, вот так выглядит. Тачок опустевший от ульев. Ну, а так, ну, от ветров больших как бы немного так защищено все. Вот, ребята, если камера передаст, я вижу пчелу здесь через стекло. Сидят тихо, спокойно, не шевелятся. Вот так вот находятся семьи.
Ну, что сказать про эти ульи Рута. В двух корпусах они зимуют. Главное, я считаю, вентиляция. Хорошая вентиляция через верх. И проблем я не заметил с зимовкой. Я уже много перепробовал различных способов. И закрывал сверху, и мох сверху, который там впитывает влагу, это болотный мох. Сырости много, пока вот не стал делать вот такую вентиляцию через верх, я не избавился от сырости, сырость всегда была. Да, я не спорю, если зимовать, вот скажем, с плотным верхом, там леточки немного приоткрыть, некоторые даже вообще удивляют меня, закрывают нижние летки, да, зимуют, но если вот таким образом зимовать, что где там больше углекислого газа получается, это мое мнение, ребята, я о чем говорю, то там по-любому надо все лишние рамочки убирать. Нужно, чтобы оставалось столько пчелы, сколько она обсиживает рамок. Если вот будут у вас там свободные рамки, то это гарант тому, что если там перга, она заплесневеет. Мед, если не запечатанный, будет разжиженный. В общем, в такой зимовкой будет проблема по влаге, если там будут лишние рамочки. Ну, сейчас так я не зимую, а зимую вот с открытым верхом, с верхней вентиляцией. Ну и здесь вот такой вот у меня бардачок опилки. Периодически я в печке. Ну, это и все сгорит у меня, и стоплю. Зима еще долгая у нас на Урале. Тут вот брусочки вот эти вот на рамки. Буду пилить заготовки верхние, боковые бруски. Ну, рамки будут магазинные. Уже пилим вовсю. Это от магазинных надставок. Паст я выбирал для плечиков. Под рамки вот такие брусочки остаются. В принципе, вот этот брусочек сейчас я проверю. Да, он длинный, его вот укоротить, и можно использовать для нижней планки по изготовлению рамок. Так и сделаю. Это вот у меня нижняя планка, заготовочка, образец, скажем так. Потом отрезать буду, и все это сгодится. Эти брусочки приготовлены для нижней планки. Буду надвое потом пилить. Сколько нужно, я не знаю. Вот, нужно все подсчитывать. Ну, а вот эту кучу мы будем всю использовать на магазинные рамки. Пока что работа у нас в помещении с магазинами, с нуклеусами. Ну и рамки потихоньку будем тоже делать. Все будем показывать, ребята. Сейчас Миша приехал после обеда. Помогает. Что, сборкой магазинов Миша занялся. Я пойду на улице пилить заготовки на рамки. Все, готово? Готово. Ну, давай унесу. Ну вот, ребята, сейчас пилю, как и говорил, что вот эти вот у меня бруски от магазинов остались. Ну, что ж, не выбрасывать. Ну, сейчас пилю. Вот образец. Прикладываю. А это уже готовое напилил. Ну, так вот складываю по несколько штук их. Соединил, вот все, угол 90 градусов. Подложил сюда образец. Все, сейчас лишнее отпиливаю, и все, у меня нужные брусочки для наших рамок магазинных. Прекрасные, пойдет.
Ну вот, если присмотреться, все ровно отрезается. Все. Бруски уйдут сейчас у меня в дело. Ну что ж, бруски я все вот эти испилил, подогнал их под нужный размер. Сейчас у меня здесь вот напиленные бруски есть тоже для нижних планок, для рамок. Вот они. По 5 штук складываю и пилю на нужные размеры. Получается быстро. Итак, сейчас Миша насверлил отверстий в наших заготовках. Вот первый образец уже есть нашего Левуса. Ну как собираем? Вот Миша собирает. Рассказывай, что ты делаешь? Ну, соединяем сейчас дно и одну из боковин с такими вот прорезами, которые тут совмещаем. Чтобы у нас совпадала вот эта площадка больше, то чтобы ровная была. Ну опять же наш этот самый, скажем, как его, кондуктор, ну для угла, чтобы 90 градусов было. Ну 90 тут не играет роли, потому что будет все равно немножко разбег. Главное, чтобы да. Вот это чтобы было ровная. Да, ровная была. Переворачиваем и в следующую сторону. Да, действительно, надо бы вот ровную плоскость, потому что донышко тут маленько куда-то что-то уйдет вверх-вниз, это нам вообще не играет роли, да, нам ни на что не влияет. Главное, чтобы вот эти вот были плоскости, чтобы у нас перед зад потом перешурупились без зазоров. Сейчас передние, задние стенки. Леток потом мы просверлим. Да, здесь сейчас совмещаем, чтобы у нас вот эти вот верхние части были ровные, чтобы потом крышка ровно прилегла. Без щелей было все. Да, ну вот одну сторону можно совместить боковину. Прихватить, а потом там выровнять. Да, вот здесь сделаем плоскость ровную, поверху ровно. И притянем. До конца пока не буду. Здесь сейчас отгибаем, совмещаем. Все ровно. Ну и протягиваем сразу. Все, одна сторона уже готова. Переворачиваем. Со второй уже будет проще.
Также одну сторону совмещаем вверх, чтобы ровно было. Ну и бок тут. Немного вот. Подтянул. Угу. Выровнял. Что по низу, неважно, у нас будет ровно, не ровно, здесь все равно у нас будут в любом случае брусочки, брусочки подставочки, да, да, как ножи, ножки. Все, главное, чтобы у нас здесь ровно, поверху ровно, здесь расстояние одинаковое. Все. Ну, пока что будем вот собирать эти нуклеусы, потом из ДВП или из фанеры сделаем вот перегородку. Это у нас кормовой отсек, он чуть поменьше, здесь будет гнездовой для трех рамочек. Ну, естественно, литочек просверлим первым, покрасим. Ну, а пока что такая работа. Будем заниматься сборкой сейчас нуклеусов. Ну что ж, ребята, очередной день у нас подходит фактически к концу. Вот так вот мы занимались, что работали, я вам, ребята, показал. Ну, кому, если, друзья, было со мной, кто досмотрел видео мое до конца, не забываем поддержать мой канал, ставим лайки, пишем комментарии, жмем внизу на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео на моем канале. Всем, друзья, пока и до новых встреч. Всем удачи. Пока-пока.